ощущается молодым поэтом, поэтессу даже скорее. Ах, дитя, зачем тебе такие длинные строчки? Ты в них путаешься, подобно младенцу в ночной сорочке из-под старшей сестры. То есть спать, конечно, уютно, но зато невозможно бегать, но спутанно. Рифмовать, конечно, удобно, во-первых, редко. Рифмом где-то в хвосте болтает это так метко, на конце сочинения школьного, как всегда, пятерка. Сколько? Отвечать ни к чему, все ясно, завидую тетка. У нее у самой пятерки были когда-то, а теперь она старая, глупая, наверняка поддатая. Сочинение в чужих копается, как училка. Карандаш затупился, сломалась ее точилка. Не владеет компьютером, смартфона вообще боится. Заблокирована ВКонтакте ее страница. Ну правильно, нафиг нужны такие ресурсы. Лучше чай заварить, тихо сидеть, не слушать.